какая хорошая девочка. Девочка? Девочка. Понимаете, мы вообще-то с мужем не хотели определять пол ребенка. Просто я очень хотела девочку, а мой муж, он мальчика хотел. И мы решили, чтобы это, ну, как бы был сюрприз. Так, как у нас дела? Доктор говорит, что у нас все хорошо. Хорошо. А кто у нас там, а? Фечка, ну какая разница? Мы с тобой договорились. Нам это не интересно, да? А может, нам хотя бы чуть-чуть интересно, а, Тонечка? Боже мой, Сева, ну какой ты нетерпеливый. Я же как-то держусь. Как-то. Ну, до свидания, спасибо вам. До свидания. Сейчас. Все, я больше не хочу. Да, не хочешь. До свидания. Доктор. Скажи, а кто у нас все-таки будет, а? Так вы же хотели, чтобы был сюрприз. Вы хотя бы намекните. Мальчик или девочка? Мальчик? Да. Мальчик. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Спасибо. Так у вас девочка. Да. Я так рада. Я только решила, пока Севе не говорить, он так хочет сына, надо его как-то подготовить. Да что там подготавливать? Девочка, это же так миленько. Это платьице, там бусики, пончики. Да я знаю. Эх, если бы у меня еще была девочка. Так в чем проблема? Вы с Пашей молоды, у вас стабильный доход, жилье есть. Что вас останавливает? Ой, если бы у нас с Севой в свое время все это было, я бы давно второго ребенка родила. Да? Угу. А действительно? А действительно, а в чем проблема? Мы молоды. Особенно я. У нас стабильный доход. Ну, особенно у Паши. И мы оба хотим девочку. Да. Осталось только Паше в этом убедить. Слушай, а что это получается? Я теперь твой сын? Ну, как бы сказал мой папа, твой дедушка, де-факто, да, а де-юре нам через пару дней надо забрать документы из ЗАГСа, понятно? А-а. Короче, через пару дней ты точно станешь моим сыном. Вот теперь понятно. Слушай, так это дело надо как-то отметить. Давай устроим вечеринку, позовем друзей. Тебе столько подарков надарят. Знаешь, какой я тебе подарок придумал? Просто офигеешь. Какой? Любой. Вот проси, что хочешь. Вот прям все, что захочу. Вертолет из детского мира, который мы в прошлый раз не купили. А, Вань, ну вертолет тебе калач подарит. Ну, в смысле, дядь Паша. А ты у меня проси подарок, ну, как у отца проси. Я хочу собаку. Собаку? Какую собаку? Какую девочку? Маленькую, красивенькую, Димкину сестричку. Вань, ну это ж так сложно, с ней столько возни. Не больше, чем с мальчиком. Она писает, какает, ее нужно кормить, гулять с ней. У меня и так мало времени, у меня работа. Ну работай, я все сам буду делать. Сейчас самое время завести второго ребенка, пока я на работу не вышла. Олесь, я не понимаю, почему именно сейчас тебе загорелось? Потому что в Тамары уже может быть вторая девочка, а у нас ни одной. Гугусик, так нельзя с детьми. Это не платье и не сапоги. Я такой же хочу. Ты вообще понимаешь, что такое второй ребенок в семье? Понимаю. У меня и так двое. А двое или трое уже не принципиально. Здорово. Представляешь, Олеся... Давай ты первый. Олеся хочет девочку. А Ваня собаку. Фу, нет твоей проблемы. С собакой просто отдал Снежане и все. Да если бы было так просто, я Ване тоже не могу сказать нет. Я не хочу наши отношения начинать со слова нет. Ну, сделай так, чтобы он сам отказался заводить ее. Как? Как? Ну возьми собаку на пару дней. Он за ней поухаживает. Ну потом откажется от этой идеи. А если за эти пару дней я сам к ней привыкну? Ты же знаешь, как я привязываюсь к живым существам, ну, кроме женщин. Ну тогда не заводи собаку, Эдик. Калач, ты. Охрененный советчик. Я тебе тоже могу сказать, не заводи второго ребенка. Так я не хочу. Ну как это сделать? А вот это уже очень просто. Как это сделать, чтобы не обиделась Олеся? Ну, это сложнее. Слушай, ее надо просто переключить с ребенка на что-нибудь другое. На фитнес, на собирание монет, марок. Слушай, хорошая идея. Отвлечь.
Надо, чтобы она вышла на работу новую, интересную. Спасибо за совет. Спасибо за совет. Что мне делать с собакой? С собакой? Ну, есть одна идея. Вань, я хотел поговорить с тобой насчет собаки. Да-да-да. Я тоже хотел тебе сказать, что мне очень нравятся бассеты. Ну, круто. Но для начала давай проведем маленький эксперимент. Если справишься, я подарю тебе собаку. Просто я хочу узнать, насколько ты ответственный. Я очень ответственный. Насколько ты дисциплинированный. Я очень дисциплинированный. Насколько ты терпеливый. Я могу целый день не писать. А вот этого как раз не понадобится. Короче, с этого дня я буду твоей собакой. А ты будешь за мной ухаживать. Если выдержишь 2 дня, будет тебе собака. Хорошо. Ванька, вставай! Куда в такую рань? Я твою собаку хочу гулять. Можно я еще посплю, а? Да кто-то не хочет собаки, а? А? Вау! Хорошо побегли, а? Да. Я тогда пойду чуть-чуть еще посплю. Куда посплю, куда? Я есть хочу. Давай корми меня. Спасибо. Ну что, я могу пойти полежать? Нет, я могу пойти полежать. А ты мой за мной посуду. Ой, наконец-то. Мне так надоело валяться. Поиграй со мной, а? Пойдем. Что это? А это я, это черник разлил. Убери за мной. Вань, ну чё ты так медленно? Давай догоняй. Я хочу хорошенько побегать. Привет, Вань. А что ты делаешь? Я собаку хочу. Привет, Лиз. А ты к нам? Нет, я от вас вещи кое-какие забрала. Ну чё ты встал-то? Побежали. Я хочу играть в мяч. Извини, Лиз. Мне надо выгуливать Эдика. Ну что, тяжело с собакой, а? Ну, вообще капец. Вот. Видишь, хорошо, что ты сейчас это понял, а? Ну ладно, все. Хорош, давай мыть лапы и спать. Первый. Блин. Реально устал, как собака. Ну, может, еще десертик? Нет, хватит. Мы с Семой худеем. Давай уже, говори, чего там хотят? Ты знаешь, я хотел поговорить с тобой об Олесе. Дело все в том, что только сейчас я понял, как ей морально тяжело. Она молодая, красивая, активная девушка, а вынуждена сидеть дома. У нее нет никакого нового общения, новых эмоций. Да, Паша, да. Я скажу тебе сильнее. Твоя розочка вянет. Снежок, если бы ты знала, как я себя ругаю за то, что я не помог ей устроиться на телевидении. Ну уж точно не сильнее, чем она тебя, Паша. У нее была бы интересная работа, общение с интересными людьми. Да, Паш, ты тогда конкретно лоханулся. Но не поздно все исправить. Поговори с Семеном Владимировичем. Ну, а ты чего не можешь? Ну, я не в таких близких с ним отношениях. Этого еще не хватало. И к тому же, Снежок,
Будет лучше, если Олеся будет думать, что она всего добилась без моей помощи. А, ладно, так и быть. Будет твоя Олеська телезвездой. Тем более я ей еще должна. Ей в свое время тоже на многое пришлось пойти, чтобы меня в стюардессы взяли. Эдик, подъем! Ой, куда ты в такой рань? Как куда? Гулять. Мы с тобой договорились, я собаку хочу. Ой, Вань, слушай, остань, я не хочу гулять. Сдаешься? Ну ладно. Гулять, так гулять. Давай, 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 подъем! Сейчас тебя расчешу, и можно будет перекусить. Я как раз оливье сделал. Тоже с косточкой? Конечно. А как же? Слушай, Вань, а давай сходим в гости к Севе, позовем их на завтрашнюю вечеринку, а ты с Дашей поиграешь. Ну да, можно. А то я веду себя, как этот, эгоист. Пусть Даша с тобой тоже поиграет. Короче, ждем вас завтра к часам 6. Будете втроем? Ну да, только Даша не будет, она к бабушке уезжает. А, вы в этом смысле? А вы же знаете, кто у вас? Нет, мы решили не определять пол ребенка. Да, но думаем, что будет мальчик. Да. А. Или девочка. Мы даже имя придумали уже. Сашенька. Сашенька. Александр Всеволодович Баранов. Угу. Или Александра Всеволодовна. Ну да, это очень удобно, когда имя подходит и мальчику, и девочке. Да, да. А то вот имя Эдик, он человеку подходит, а собаки нет. Чайку будешь? Круто, у тебя скоро будет собака. Да ничего у меня не будет. Что думаешь, я не понимаю, что он специально эту игру затеял, лишь бы собаку не покупать. Ты просто просить не умеешь. Знаешь, как я это делаю? Смотри. Папочка, я тебя так люблю. Правда, я тебя бы еще больше любила, если бы у меня был бы маленький котенок. Я не знаю почему, но на мужчин это действует. А я, кажется, догадываюсь, почему. О, привет! Привет! Леська, я обо всем договорилась. В понедельника ты выходишь на работу. Сема берет тебя помощником заместителя начальника отдела спецпроектов на наш телеканал. Круто, да? Подожди, каким помощником? Какая работа? У меня вон одна работа спит, а вторая скоро с работы придет. Подожди, ты же хотела устроиться на телевидение, даже на кастинг ходила. Ну и слава богу, что меня не взяли. Слава богу. А ты знаешь, как твой Пашка мучается? Он до сих пор себя гнобит, что тогда тебя не взял. Да? Он говорит, вянет моя розочка без работы. Да он так сказал. Ну не я же, Олесь. Так вот откуда ноги растут. То есть с работы это и его идея? Идея, да. Но имей в виду, договорилась обо всем я. Вот зараза, а? Я ему говорю, медвежонок, давай заведем девочку, он меня на работу хочет затащить. Хорошо? Не я начала эту войну. О, у тебя булавка есть. Есть. Дай сюда. Не хочет по-хорошему? Будет, как с Димкой. Некоторые процессы можно ускорять искусственно. И этот олень не хочет, чтобы у вас была девочка? Угу. Ты ж такую хорошую стервочку. Но девочку воспитаешь. Так, дай-ка и мне булавку. Тебе зачем? Да, Сёма говорит, нам жениться рано. Мы, видите ли, знакомы меньше месяца. Давай. Оп.
Ты что замер-то? Ставь сок на стол, сейчас гости придут. Пап, купи мне собаку. Ты как меня назвал? Папа. Да я... Да ты... Да мы... Да что собака? Я ж тебе лошадь могу купить. Нет, я так не могу. Эдик, я наврал тебе. Почему, Эдик? Ты можешь называть меня папой. Я не хочу называть тебя папой только ради собаки. Это Даша может так клянчить подарки. Я же мужчина. Я не могу. Так, ну... Тогда, как ты понимаешь, я тебе не могу купить собаку, поскольку ты меня обманул. Согласен? Согласен. Но за то, что ты сознался, у меня есть для тебя подарок. Нифига себе. Спасибо, Эдик. Я сейчас пойду нарисую собаку, которую ты мне потом купишь. А кто вспомогать-то будет? Ура! Паш, будешь? Блин, я же забыл, за что пьем. А, давай, давай, давай. Вот здесь. Ух ты. Написано, что у меня теперь есть сын. Ой. Иван Эдуардович Серов. Да, посмотри. Папаня. Ну, это мой сынок. Извините. Ничего, сынок, не волнуйся. Ты, сынок, иди пока в свою комнату поиграй. Понял, сынок? Ну, иди давай, иди, сынок. Ну, сын, это круто. Дочка тоже очень хорошо. Да. Дочка, это вообще прекрасно. Он меня даже пару раз папой называл. Ты чувствуешь? Да ладно. Вот уж никогда не подумал, что Эдик это услышит раньше, чем я. Калач, а давай, знаешь, за что выпьем? За нас. За отцов сыновей. Давай. Погодите, погодите, не могу сдержаться. Так, секунду. Ребята. У нас с Тамаркой тоже будет сын. Давай. Сила, Сила, подожди, не говори глупостей. Мы же не определяли пол ребенка. Томочка, извини меня, конечно, я не удержался. И доктор сказал, что у нас будет сын. Да ты меня прости, я тоже не удержалась. Доктор сказал, будет девочка. Подождите, вы определитесь, мальчик или девочка? Это очень важно. Конечно, важно. Послушайте, доктор внятно сказал, у вас будет мальчик. Значит, это значит что? Значит, сын, правильно? Ну, логично. Да нет, что логичного-то? Он мне сказал, будет девочка, да, дочка. Да ладно вам, ребята, ну завтра утром сходите к врачу и все уточните. Да. А? Вот завтра с утра и пойдем. Хорошо. Угу. Прямо с утра пойдем. Хорошо, да. Ладно. Может, они сегодня еще работают? Да. До девяти. До девяти. Поздравляю еще раз. Давай, то есть вы уже хотите знать, кто у вас будет? Да, хотим, доктор, да. Скажите, у нас будет мальчик? Мальчик. Вот. Подождите, доктор, вы же мне сказали, что у нас будет девочка. И девочка. В смысле, у нас двойня? Да, двойня. И еще один мальчик. То есть у нас тройня будет?
сына. У этих по одному, у меня сразу бац и два. Поздравляю. Паш, у них уже будет две девочки, а у нас ни одной. Олеся, да какая разница, сколько у кого детей? К чему это гонка вооружений? Как два мальчика? Еще и два мальчика? У вас что, тройня, что ли? Вот все, а? Наливай! Подожди. А не много ли ему два сына одному? У меня один, у Эдика один, а ему что, два, что ли? Ну да. Так, поехали. Куда? Туда. Ну что, Губусик, поздравляю. С этого момента ты снова мой трезвый водитель. Ну, не торопись. Может, еще не получится. Все вы с Тамарой вон сколько пытались забеременеть. Ну да, ты права. Это надо закрепить. Прикольно у тебя друзья. Хотел бы я иметь такие. Ну, раз хочешь, значит, будут. Да все у нас с тобой будет. Квартира у нас уже с тобой есть. Готовить умеем. Скоро мамку себе найдем какую-нибудь посимпатичнее. И собаку. Ну и собаку, конечно. Не, ну вообще мамка хочет побыстрее. Мне собаку. Когда тебе далеко за 30, ты уже привык, что твоя жизнь похожа на светофор. Тебе горит красный свет. Свет зрелости. Ты добился всего, чего только можно желать. У тебя есть друзья, любимая работа, семья. Скоро появится еще один ребенок. И еще один. И еще один. И ты счастлив. А когда у тебя уже вроде бы все есть, но ты не хочешь останавливаться на достигнутом, для тебя горит желтый свет. Свет перемен. Но ты не боишься перемен. Ты к ним готов. И тебе хочется большего. Еще большего. И ты счастлив. И вот когда ты решил остепениться, для тебя все равно горит зеленый свет. Но это уже совсем другой зеленый свет. Свет начала. Потому что всего пару часов назад ты стал отцом. И как отец, ты еще совсем зеленый. И даже не представляешь, сколько нужно всего сделать, чтобы стать хотя бы желтым. Но ты счастлив. Ну, почти счастлив. И так вся жизнь, как светофор. Лиза. Собака. Привет. С праздником. Это тебе. Спасибо. Я не опоздала? Нет. Ты как раз вовремя. Твоя музыка льется, как вода. Звуки раздаются, льются голоса.